не знаю, как вам, но мне больше всего вкатывает в старые игры играть. Рога и копыта проходил. Я Алёша Попович играл. Чисто пацаны потом просто берут и говорят, перезаливах. На перезаливах комменты читают, говорят, я уже про эту игру забыл, но забыл, как называется там, типа, спасибо. Пацаны респектуют. Мне вот прям вообще это так приятно. Ты, то есть, показываешь людям игры, в которые они в детстве играли. И они такие, типа, а я уже даже забыл про эту игру. И они ее качают и, ну, и играют, прикинь. Ой, слушай, вот типа, ты Готику играл, кстати? Не-не-не, вот Готику это не моя молодость, сори. Так круто, что у вас были такие игры в молодости. Не, ну, она не моя, но я помню, мне дядя дал поиграть. Ну, когда мне было там... Мадагаскар 2, да, проходил еще. Я играла в Копателя. Ну, вы, блядь, долбоёба поколение, блядь, у вас игр нормальных не было, блядь. Вы поколение, нет, вы поколение ебучего Майнкрафта, блядь. Сейчас даже мультики какие-то выходят, и ни одной игры по этому мультику. А раньше, блядь, помните? GeForce, блядь, это типа хомяков. Еще бы Человека-паука играл. Игра Трон по фильму, блядь, была. Тачки, блядь. Ох, как я ебашил в тачки. Тачки 1, тачки 2, тачки 3, блядь. Вообще поиграл пиздец, гонки мне вкатывали. Гарфилд, блядь, помнишь? Да, Мадагаскар, Шрек. Блядь, по-моему. Шрек, блядь. Сейчас Шрек, вообще да, ни одной да. игры, блядь, по новому мультику. Вольт, блядь. Валли. Я ж плакал, блядь, игру проходил. Настолько, блядь, я ее прошел и такой, блядь, так грустно стало. А эти, блядь, чё сейчас нахуй? Майнкрафт скачал, блядь, и пошел играть, нахуй. Ну не, я еще застала копатель. Сейчас копатель работает. Да ты, блядь, своим копателем это, блядь, высер ебучий. Да, копателем. God of War первый. О, не, God of War я на PSP только бегал. Ну, на PSP тоже, да. Бля, дядь, а может быть... PSP-шку, бля, вообще там, бля, как-нибудь захватить, постримить с PSP. Чё там за игры были? А как это сделать? Чё, я помню, на PSP ебашил, блядь, Star Wars какой-то, The Force Unleashed, по-моему. Вообще пушка была, нравилась. GTA Vice City, помнишь, она как это вообще отличалась, прям пиздец. Не, ну Vice City Stories это залупа, и Liberty City Stories тоже залупа. Не знаю, слушай, блядь, чуваки, кто дрочил на треугольные сиськи, вот, типа там в GTA? Никто, блядь. Когда мы, нахуй, должны были дрочить... Я не знал, как это делается вообще. Блять, а помните ледниковый период вообще, бля? Второй, на Соньке второй, блядь, бегал, пиздец. Да, любил горки вот эти вот, когда спускаешься там, вообще охуительно сделано. Бля, самое любимое было. Нам типа эти, блядь, жоуди собирать надо было или что? А сейчас чё, блядь, суперсемейка еще, я с другом играл на компе, нахуй, там клавы, он на одной стороне клавы, на нампад, по-моему, или на стрелке играл, а я на ВСД играл. Охуительно вообще. Черепашки-ниндзя, блядь, Симпсоны, Хит-н-Ран вообще, во, блядь, ебать, легендарные игры вообще. Лесная братва я играл еще тоже. На геймбое, правда. Я, может, долбоеб, но я в Sims тоже поигрывал. Погоди, у тебя какая первая консоль была? У меня вот, например, самая первая была, это Xbox, блядь. Прям первая коробка у меня вот эта, блядь, гигантская. Нахуй. Блядь, а PSP считается консолью? Ну, PSP, да, наверное. Да. У тебя PSP самая первая консоль? Угу. Не, мне родители подарили Xbox первый, и что я там ебашил? Там была Halo, Combat Evolved, по-моему, и этот самый Colin McRae 06, блядь. Я на нее это так копил. Кстати, на PSP Колин Макрей изначально года, был, потом это, короче, превратилось уже в дирт. Причем раньше, типа, с дисков все делали, а потом начали шарить, как прошивать. Не, не-не-не-не-не-не-не-не. Я прошивку сразу въебал. Ген 3, блять, 6,66, по-моему. Да, у меня было 5,43, по-моему, 5,53. Потом ген 3, блять, вышел. Этот 6,60, и ты такой. А ща я прошил, кстати, Соньку на 6,61, блять, она у меня игры вылетают с нее, блядь. Слушай, какие у тебя телефоны были такие прям старенькие? У меня был слайдер какой-то, блять, Волкман ебаный, не помню. У меня Моторола была. У меня была Nokia E95. Я, короче, был из тех долбоёбов маленьких, которые мама говорит, давай тебе телефон купим нормальный. Я пришел, блядь, увидел голубой Samsung, блядь, который просто калькулятор на нем, блядь. Туда нахуй не, блядь, за 2000 рублей, блядь. Это, я такой говорю, о, хочу голубой. Она говорит, давайте нормальный возьмем, блядь. Я говорю, нет, хочу голубой, блядь. Купил, да, и пришел, причем, слышишь, когда... пришел с этой хуйней в школу, блядь. Все в игры играют по блютузу, блядь, что-то фоткают, нахуй. Я сижу такой, а у меня рингтон такой. Блядь, я такой думаю, пиздец, я долбоёб. Слышь, а вы все играли в Doodle Jump, ёбаный, не? А, Doodle Jump, погоди, еще было, блядь. Слизень какой-то ебучий, помнишь, такой слизень черный? Джилл или как его там, блядь? Бля, который еще сжирал всех, блядь. И там был белый еще слизень. Angry Birds, блядь, поколение. Мы поколение Angry Birds вообще, бля, во.
Никогда не играл. Гиш, да. Слышь, Гиш, помнишь? О, не помню, кстати, Гиш. Вообще пиздатая, блядь. Флэппи Бёрд, бля. Вот это даже по-любому не шарит, да, Даш? Ты не шаришь, что такое Флэппи Бёрд? Не, ну Флэппи Бёрд, да, это относительно, это, блядь, новое. Но это недавно, да, относительно, ты знаешь. Я тогда Ивангая смотрела. Ребят, конечно, ребят, да, закройте ебало. Gravity Defined, блядь. Вот да, это, да, вот это пиздец. Вот это была. И все пушка. Соревновались, блядь, насколько, блядь, на трюки, блядь. Сколько по теле... Чуть телефон не сломал, нахуй, с этой хуйней, блядь. Как называется? Ебать. Defy, как по-моему, Gravity. Или Defined, я не хуй пойми. Это прям вообще пиздец. Пушка была игра. Там на мотоцикле по рисовке, блядь, ездить можно было. У меня тоже была такая игра. Да, расскажешь, да. Котопёс, блядь, называлась. Котопёс, побег. Ты котопёс. Слушай, Зума это на компе была. Зелёная такая дорожка была. Зелёная дорожка и мотоцикл такой был, да? Зума. Да, ещё была. Не, ну Дудлжан, да, у всех был. А ещё чё, блядь? А из таких относительно старо-новых игр в растения, помню, какие-то играли. Plants vs. Zombies? Да. Там вы в одноклассниках играли в игры? Нет. Я не долбоёб. Я в эту хуйню, блядь, не регался. Я почему-то сразу понял, что одноклассники для долбоёбов. Прям сразу. Бля, я вот тоже моментально понял, блядь. Я когда ВКонтакте услышал, увидел одноклассники, я думал, бля, ну там по-любому какие-то уёбки сидят, блядь. Так и вышло, блядь, Там, блядь, сидят пятёрки с плюсом друг другу ставят, блядь, пердуны, нахуй. Эй, привет, красивые, блядь, госекс, нахуй. Там они вроде платные ещё, блядь, были. Чё, не... Не, 5 плюсов. Я помню, 5 плюсов как-то, блядь, надо было покупать там, типа, блядь. Да, за... там оки, у них оки. Мне помню, одноклассница... Бля, чекай, слышь, а ты смотрел, блядь, эту хуйню, которую по телеку показывали? По телеку показывали всякие игры ебучие. Я туда смс-ки, блядь, отправлял, чтобы скачать. Бля, это такой пиздец. Музыку, блядь, ставил себе. Кстати, работало, правда, блядь, минус 1000 рублей куда-то, блядь, было, блядь. Но зато мне, когда звонили, у меня Максим, блядь, знаешь ли, ты играла, блядь, на звонке. Да, мне мама потом пизды давала. Мне тоже мама пизды давала. Не, я помню, у бати посмотрел порнуху на телефоне, блядь, это -3 косаря было, у меня вообще синяки, блядь, были, там, не знаю, ебало было опухшее, я, типа, блядь, в школу не ходил неделю, блядь. Я с журналов. А, блядь, чел, на обороте журналов были игры, обложки с тёлками голыми, блядь, типа, всякие вот эта хуйня. Да, чел. Не знаю, мне хватало ума просто посмотреть на это и не писать. Ну, не отправлять смс-ки на номер телефона. Да мне, блядь, не, похуй. Ну, тогда были такие прям доверчивые все, блядь. Я даже один раз звонил, короче, на передачу, понял, блядь, и меня трубку не подняли, и -100 рублей, я такой, че за... А я звонил, знаешь, куда? На радио Радонеж, чтобы попасть поговорить с бабушкой, с батюшкой. С этим, блядь, как его там... Ещё поговорил? Да, я там, знаешь, задавал вопрос, а... Знаете, а грешно ли смотреть телевизор в пост? Бля, дядь, зачем мне сайт, нахуй? Мне не нужен сайт. Ой, бля, пацаны, все хорош, минута ностальгии, блядь. А теперь перенесемся в реальность, в реальность селюков поколения ТикТока, блядь. Интересно, слышишь, Вов? Как у селюков встает вообще, типа, на женщин? Блядь, чел, а я не знаю, как у селюков встает, блядь, слышь. Да, они что, не люди? Как они вообще размножаются, я не знаю. Они что, не люди? Так, блядь, ну по классике, смотри, конфеты вот эти вот, блядь, ебаные, по-любому там внутри, блядь, ром какой-нибудь и апельсин, блядь, еще ебучий, блядь. Я эти конфеты рот ебал. Все время искал такую, которая молочная, блядь. Вообще... А я искал в детстве, там, блядь, по-любому, по башке. Нет. Одна там по-любому с изюмом каким-нибудь, блядь. Ну такие чисто вот говно, блядь, конфеты ебучие. Значит, получается, вот это в тазике гречка, блядь, охуенная, с половником, блядь, сразу. Там что, сишки, блядь, я ЮТ какие-то, хуй знает, что это такое, блядь. Надо в селюке обычно яву красную, блядь, курят. И катаются на яве тоже, блядь. Колбаска, стаканчик, блядь, что тут еще? Сырочек, блядь, вот этот, знаете, обоссанный, который хуй прожуешь, блядь, вот этот сырочек, блядь, ненавижу. Копченый, блядь, обоссанный сырок. Я люблю. Кто его ест, блядь, вообще, пиздец? Ну, одного нашли. И, блядь, это вот, ну как у них встает, блядь? Ой, да, наверное. Они же ведь порнуху смотрят там, да, не знаю. Да, бля, нарло сидит, балдеет, блядь, какой-то. Это хуй его знает, дядь, такие типа плодятся, потому что у них там два дома, блядь, на всю деревню. Они, бля, ходят друг другу в гости, такие, ух ты, ты моя
Роза, я тебя люблю, блядь. Она моя доза, я тебя ебу, короче. И вот так происходит, получается... Это не мать с сыном? Да их, походу, муж и жена, блядь, я не знаю. Возможно, это... мать с сыном будет записывать ТикТок, и он показывал писю, нога, блядь. Да, не, ну а чекай, а прикинь, твоя мамка такая подходит, пока ты спишь, блядь, такая. И нахуй, давай, там, вот писю он мне показывал, знаете, блядь, там. Пиздец, блядь, не, ну его нахуй. У меня мама хорошая, не надо так. Да у меня тоже неплохая, просто, как бы, блядь, ну... У меня мама! Не, ну, а чекайте, да, за... сидишь такой, Ваня, пипирку надмываешь, блядь, батя зайдет такой, дай руки помыть, блядь. Че жизненно, в смысле, Сара, жизненно, блядь. Или мамка заходит, мамка, такая, дай руки помыть. И такая, подожди, Сара, и ты такой, этого... ты от нее, блядь, ты от нее скрываешься, она говорит, ой, да что я там не видела, блядь, я такой, у меня такого не было. Блять, потому что ты, наверное, мажорка, которая одна живет, блять, не? А мы тут люди скромные, блять. Даша, а какого хуя ты живешь одна? В смысле, ты одна живешь? Я с бабушкой все детство жила. А сейчас? Какое все детство, а тебе 16 сейчас, блядь? Да не, ну это же уже не, это же уже не детство, ну правильно. Это уже не детство. 17, я уже через год уже могу. Вот раньше, когда я была маленькой, да, говорила? Ну, блин, ну я относительно своего возраста сейчас. А как давно ты одна живёшь? Сейчас 100? Не знаю, я, блядь, в 16 сжрал песок, нахуй. Да, Саша, сейчас 100, ты сказал. И гонял палкой свиней, блядь, в деревню. А тут, блядь, люди уже... Относительно сейчас. А сейчас люди в 16, блядь, делают деньги, нахуй, и у них по 3000 онлайна. Я хуею, блядь, вот это, вот да это мир изменился, не, блядь. Не, ну, Зоин, сейчас уже другое время, блядь. Блин, язык не туда как-то вставила. Язык, блядь, сука, язык сказал как-то, блядь. Сейчас. Даша, у тебя будет большой сейчас, когда ты вырастешь. Ой, блядь, Джоэн, это больше звучит, блядь, на какой-то подкат педофила, блядь, 40 лет. Да не-не-не, сори, ну... Можешь завалить свое ебало и не говорить о моем прошлом, блядь. Нет, я не хотел про твое прошлое говорить. Я говорю про то, что примерно так вот люди все в селе и ебутся. Он такой подходит, у тебя будет большой сисяс. Она такая, да, арр, блядь. Не понял? Дети, блядь, в тазике нахуй рождаются дома, блядь. У тебя большой сисяс, а у тебя большой писюн. Джоэн, заткнись. Бля, мне стыдно, нахуй, селюк ёбаный. Вот, ребят, шутки за МКАДа, блядь. Четырки, это чепырка, типа? Чепырка, да, четырка, 14-я, у вас 21-4. Ну, смотри, я тебе сейчас покажу, блядь, вот это вот говно. Бля, я ненавижу четырки, они ещё воняют все. Бля, они пердят, скрипят, короче, ну че, во-во-во. Какая ласточка лайба, ёбану, рада. Еще бы причем парни, у которых четырки, они считают, что они такие крутые. Бля, класс. У них там еще сап, нахуй, во весь багажник, блядь, болтается, нахуй. И они, бля, едут, у них, блядь, сзади. Ну, короче, тачка заниженная, глухоманская вообще тонировка, бля, вообще все да, глухое. Тачка ауф. И долбежка такая, блядь, долбежка, нахуй, чисто там Мияги Эншпиль, бля, хуярит вовсю, блядь. Ну, тебя вот, в соседнем дворе слышишь. И вот, блядь, он проезжает у тебя под этим, это под вот домом, блядь. Ёлки, да, да, которые... да, 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 да. Блядь, хорошая тачка, не спорьте, блядь. Да ну нет, просто это не тачка говно, это просто комьюнити, который на ней ездит, блядь, не очень, вот и все. Ну, может быть, соглашусь, вот сейчас согласен. Ну, давай посмотрим, что там за красивые мужчины ездят, блядь, на четырке. Петуха два, нахуй. Наручник жопой по очереди садятся, блядь. Блядь, так, вы... А теперь, малой, блядь, машину мне прогрел, верни ключи папе, блядь. Там как же он бровями дергает. У селюков, наверное, блядь, и можно и кататься, наверное, спокойно. Слышь, Вован, у тебя у бати какая машина была? Слушай, самая первая была москвич. А после москвича? После москвича Форд. У меня вначале у бати пятерка, потом девятка. А, нет, слушай, койота. Вообще, типа, если с самой истории, когда я еще не был... А у тебя батя тоже самая... постоянно тачки менял? Самое, да-да-да, у меня... Ну как, блядь, быстро? У него, ну, короче... типа, продавал и наваривался на этом. Была, короче, такая хуйня, что сначала была у него копейка, еще потом у него была, блядь, еще, по-моему, копейка, потом на семерке или шестерка, я не помню. Еще семерка, потом, блядь, москвич с движком от Рено, блядь. Прикиньте, заколхозил, блядь. И еще какая-то хуйня была, блядь, я не помню уже. Короче, блядь, там очень много машин вот этих. Ну вот когда ты охуел, когда что-то увидел в тачке? Я вот охуел, когда стекла сами опускались на кнопку, блядь, это пиздец. Блядь, чел, я на фокусе, блядь, вот так делал, нахуй.
Ну чисто, блядь, как колодец, нахуй, на даче, понял? Вот это вот, блядь, сзади. Да. Ну сейчас вот, блядь, в Солярисах, когда такси едешь, блядь, вот то же самое, нахуй. Сзади сидишь, блядь, крутишь эту хуйню, блядь. И она еще и отломанная, блядь, чаще всего. Да, чуваки, в 90-х, типа, а потом, блядь, все зарабатывали папа, перекупом. Папа купил, бля, машину, и я такой сажусь сзади, бля, и нажимаю кнопку, и вот это вот, и я такой, хуя себе балдеж, ебать, бизнес-класс, нахуй. А потом такой вверх опять, я такая...